Здравствуйте! Сегодня я иду в русский магазин. Пойдемте посмотрим вместе со мной, что там продают и сколько все это стоит. Что, какие продукты, что у вас тут? Тут и шоколадки есть, разные советские. Тут у нас находится рыба, рыбные продукты, вот они, напитки, майонез, пакетиков. У нас творожок, который я покупаю часто и кушаю. Тоже выберу сюда. Значит, варенье сушим. Беру сюда варенье с творогом. Пельмени. Есть с курицей. А есть вон с картошкой. Тут банка, все, что хотите. Приправы разные. Масла. Сколько? Консервы. Кезо. Вот тут у нас находится творог, цены.
чаи разные. Ромашка там отруби, маринованные грибы. Вот. Тут у нас полуфабрикаты, пирожки. Вот такие. Вот они, значит. Это все у нас тут пирожки. Вареники еще такие вот, килограмм 300. Картофельники. Тут же рядом вот у нас жучины, пельмени, манты, пельмени с мясом. Вот такие. Это все. Хинкали даже есть. Кстати, надо будет попробовать хинкали. Вареники с капустой, с картошкой. Вот они с картофелем и грибами. Хинкали, манты. Что ж, возьму еще хинкали. Возьму еще вот такие хинкали, попробую. 400 граммовые хинкали, но тут цена за 500 грамм пишется. Такие 40, уж не знаю, как посчитают. А тут у нас мои любимые семечки, вот чаи, цилон. А, подожди, я тебе хотела спросить. Вот я сейчас вышла с русского магазина, перейду дорогу, да. Там моя остановка или на этой стороне? Семечки. Перепутала. Так, и мои любимые семечки, конечно же. Сейчас мы купим. Я как раз возьму две штуки семечек. Угу. Такие две семечки. Они должны стоить 3,40, если я не ошибаюсь по цене. Вот у нас мед, разные, видите, разный мед, варенье, даже ореховое есть варенье. Вот оно здесь, это должно быть. Сливовая паста. Ну, взять бомбочку. Так, вот у нас сгущенка, сироп, сгущенка наша. Вот там готовые коржи для медовика, вафельные коржи. Вот они разные, какао. Так, что? Печенье. Вафельки, печенье, бублики, сушки, бублики наши любимые, сушки, вот пряники, геркулес. Возьму еще сгущенку и
случилось, если это стол? Вот так. Вот такая обычная сгущенка. Так, стоит она 1,90 рубля. Вареная 2,20. Так, также вот хочу взять халву вот такую. Вот такая халва, она стоит 1,70 рубля с грецким орехом. Тут пряности, видите, сушеные. Кстати, я их очень даже прекрасно использую, они мне очень нравятся. Вот барбарис я беру иногда. Вот чеснок сушеный, приправы для рыбы, семена, вина, куркума, сыра. Хмели-сумели, приправа для морковки, салатов. Вот кориандр я брала тоже, кстати. Приправы узбекские. Вот. Перцы, приправы для шашлыка тоже здесь есть. Сухая аджика. Это что-то интересное. Такое я еще не видела. Даже харчо у них есть. Сунели, чадр молотый. Вот это прекрасно. Чадр молотый. Пригодится мне. Вот еще возьму паприку. Вот. Вот у нас, видите, зефирчики. Вот они, зефирчики наши. И опять же, разрыхлители. Разные тут. Кардамон молотый. Ванилин я брала тоже. Кисель даже есть. Кстати, недавно думала о киселе. А тут у нас находятся вот они, наши напитки. Видите, разные водочки. Кстати, вот о чем я вам говорила. Вот соки. Видите здесь? Вот у нас, видите, вот сок. Гранатовый. Он из Азербайджана. Видите, нар написано. Здесь также был наш шарап, но сейчас я его не вижу. Что-то, видимо, это разные другие соки. Вот. Вот они, красивые такие напиточки. Вот. На подарок можно. Конфеты, конечно. Куда же без конфет? Ну, вот. Наполеон. Тортик. Вот такие конфетки у нас. Вот цена. Мишка, Аленка. По цене 14,80. Так, прохлада. Пакетики. Конфетки такие. Вот. Вот. Вот коробка. Вот.
это на Украине сделано. Цены 10 за килограмм. Сестренка, если купила лимер таким маглой, ну как я картошку буду помалкой? Она надо большая, чтобы было. Это я люблю всякие салаты, малату можно делать. Ну, прекрасные конфетки. Райская птица. Белочка. Такие. Такая коробка. Это что у нас? Это печенье, вафелька, коробка. Тоже по 10 евро. Это уже что-то другое. Ага, вот, леденец. Так, ну что ж, из известных нам караку. Это халва, кстати, очень хорошая. Надо взять вот гляш. Цена 9,50. Плетеный сыр. И вот рядом, сразу рядом с русским магазином находится еще один арабский магазин. Тут я тоже иногда отовариваюсь, в основном зелень покупаю у них свежую. Той, которой в магазинах не бывает. И вот сегодня у них выставлены такие фрукты. Это новая поставка, видимо. Давайте посмотрим цены. Персики тоже 4 евро. Я уно. Вола, форсамбу. Что такое? Ну вот так вот прошел мой визит в русский магазин. Я там купила кое-что, удалось купить немного чего, потому что я на автобусе, и довезти мне все это будет трудно. Но в следующий раз я приеду обязательно с мужем, и мы купим чего, ну, побольше того, что нам нужно. Вот такие примерно цены в нашем магазине русском. И иногда я там ошибаюсь и называю все это в рублях, но мечтать не вредно. Но все это, конечно же, в евро, а не в рублях. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, чтобы знать больше о жизни в Люксембурге. Люблю вас всех и до следующей встречи. Пока!